В Екатеринбурге на одной из многочисленных новостроек, на одной из многочисленных окраин уральской столицы, силовики провели комплексную профилактическую операцию «Нелегальный мигрант». Это было обмок, ой, наоборот, комбо. Потому что участвовали в этом рейде, чтобы не сказать шмоне, сотрудники уголовного розыска, АБЭПа, миграционщики, ППСовцы, гаишники. Все это при силовой поддержке росгвардейских ОМОНовцев и, более того, поговаривают, что участвовали в операции и коллеги из Свердловского УФСБ. Как и во множестве других операций с похожими названиями – нелегальный мигрант, мигрантский нелегал, дети капитана мигранта, капитанская дочка на огурцы налегала, капитанский сын налегал и прочих – смысл проверки новостройки и ее темноплечих новостроителей заключался в выявлении, ну и как следствие пресечении нарушений в сфере миграционного законодательства, ну то есть буквально поиск нелегалов, а также проверка заморышей, то есть иностранцев, живущих за морем, на причастность к совершению уголовных преступлений и административных правонарушений на территории Стольного Града и Екатерины. Парни, досмотр! Конкретно в ходе этой операции было задержано 34 подозрительных типа. Их на автобусе доставили в местный отдел полиции, где всех бесплатно сфотографировали, взяли отпечатки пальцев и поставили на фото и дактилоскопические учеты. Всего с начала операции «Нелегальный мигрант», которая длится с 18 марта, полицейские проверили 377 мигрантов, выявили 79 правонарушений и даже возбудили 13 уголовных дел за фиктивную постановку на учет иностранцев без российского гражданства и за подделку документов. Как заявлено в пресс-релизе ОПС, то есть отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, цитирую, «Мероприятия по пресечению правонарушений в сфере миграционного законодательства продолжаются». Конец цитаты.